Угольная станция за год производит более 100 тысяч тонн отходов. У АЭС за 60 лет эта цифра в десятки раз меньше. Об этом в ходе собрания штаба по строительству атомной станции сообщили специалисты ядерной отрасли. Между тем, отказ от импорта электричества, которому должна поспособствовать атомная станция, снизит и цены на тарифы, считают участники встречи. Некоторые оппоненты говорят о том, что вот у нас есть уголь, его надо сжечь, но тут есть уже экологические проблемы. Мы подписали огромные международные обязательства. Опять же, мы этим дышим. Вот представьте себе, любая большая ТЭЦ, если туда заходит 100 вагонов угля, то выходит как минимум 80 вагонов золы, которую где-то тоже надо хранить. 1 килограмм ядерного топлива экономит 400 тонн угля, при этом не загрязняет окружающую среду. Специалисты считают, что ветряные станции не лучшая альтернатива, так как срок их службы и объем производимой энергии в разы меньше. Для нас независимость в области энергетики – это первостепенно важный аспект. Почему? Потому что на сегодняшний день мы говорим про производство. Нужно расширять производство, чтобы были новые рабочие места, строить заводы, фабрики и так далее. Да? Но мы должны понимать, что это все потребление электроэнергии.